волшебным предметом всегда приходит Дедушка Мороз. Посох! Да, был первый. Давай сюда к нам за подарочки. Как называется танец, исполняемый возле елки, который знаком всем малышам? Стоп. Лису родил. Хоровод, молодец. Танец называется хоровод. Кто у нас все правильно? Держи. Тебя забыли? Ну ладно, и тебе сами давай дадим. Опа! Держите, это вам. Вам бородка подойдет. У кого что есть, у кого шапка, у кого пальто, у кого-то борода. Итак, сейчас мы здесь. Дедушка Мороза. Итак, поехали. 3, 4. Дед Мороз. Еще. Дед Мороз. Еще. Дед Мороз. Дед Мороз. Тут колокольчиками, змейкой. И ни разу не задел. А ну похлопали Ивану. Ваня, я буду пожарным. Побежал. 1, 2, 3, 4, 5. Вай, молодец. Побежал следующий. Ай, молодцы, мальчишки, они самые быстрые! И сразу в сторону, упал! Лишь бы настроение наше не упало! Не переживай! 5 колокольчиков! Дедушка Мороз, у нас тут прям столпотворение! Вот он, будь мальчиком, курицы захватываешь! Молодец! Аккуратненько, один колокольчик задели! Аккуратненько, девчонки! Я уже сожалею, что болел за мальчишек! Я болею за вас, девчонки! Снег руками нагребаем, лепим-лепим ком большой. И еще раз нагребаем, лепим-лепим ком другой. Лепим руки, лепим ноги, чтобы бегал по дороге. Лепим глазки, лепим руки и длиннющую морковку. Прикрывается, то конфету получим. А это чей, папа? Как думаешь, прыгает? А ну-ка все вместе считаем и... 1, 2, 3, 4, 5! Молодец, слава тебе, Господи! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9! Вот это, пацаны! 3, звезда! Раз! А у тебя уже не получается! Получается, получается! Вот потому что гляньте, горит! Раз! И поймал! Готовы?